Приятно. Юмор рыжего не пропал вместе с его пульсом. Я проделал один фокус, и ты снова подумал, что это еще одна виниловая пластинка. Однако нет. Это я, рыжий. Твой верный товарищ. Я явился не только на Рождество, а на все ближайшее и дальнейшее. Обнаружены ключи. На один меньше предыдущего. Итого два. Еще один странный феномен. У меня такое ощущение, будто за мной наблюдают, хотя и не так пристально, будто бы кто-то слушает мои мысли. Да, точно! Я слышу тебя, как ты дышишь, как всасываешь каждую мою крохотную мыслишку. Ангел-хранитель! Только превратившийся в маньяка! Как ты попал в мою голову? Где ты? Покажись! Thank you.
Повторяю, остался один ключ. Завершение через 5 минут. Выход с уровня открыт. Выход с уровня открыт. Завершение через 4 минуты. Шестерни должны подходить под свои оси. После их совмещения квалифицированный персонал, это вы, несет ответственность за управление шестереночной кнопкой. Вам пора идти. Безумие и безумцы — вот обитатели здешних мест. Том Редвуд. Я откуда-то помню это имя. Он связался со мной по радио, хотя я не помню, чтобы отвечал ему. Он нес какую-то чушь, пытался меня запугивать. Лучше уж умереть, чем кончить, как он. Вы слышите меня, призраки? Я не дамся вам живым! Один ключ найден. Два не найдено. Thank you.
количество недостающих ключей уменьшилось до одного. Меня раскрошили на пол, как хороший яблочный пирог. И вот, друг мой, я перед тобой, фигурально выражаюсь. Рост 6 футов и верткий хвостик. Я думаю, ты согласишься. Раскрошили на пол, как хороший яблочный пирог. И вот, друг мой, я перед тобой, фигурально выражаюсь. Рост 6 футов и верткий хвостик. Я думаю, ты согласишься, что ни в одной сказке не сыщется такого шикарного героя, как Рыжий, созданный Филиппом. И все же, во время нашей последней встречи ты не слушал моих советов, брезгливо отпинул их, как закатанных младенцев. Зачем ты пришел в это место, когда у тебя было столько летучих крыс, которых можно было жевать и пережевывать? Более того, ты ведь мог унаследовать захудалую подземную империю Рыжего. Зачем? Зачем? Выход свободен. Пожалуйста, покиньте территорию, пока вас не выдворили. Еще слышите? Он обещал мне смерть, тот безумец, а я отказался. Я думал, что моя жизнь будет подвластна мне всегда. Не совершайте моей ошибки. Посмотрите. Вот я заперт здесь, как в ловушке. Кругом темнота. Такие хорошие друзья. Я настолько без ума от тебя, что я не могу оставаться. Прости мне этот каламбур безумным. И именно потому, что мы друзья, я не сломаю тебя, как того скучного эллофа. И мы сбежим из этого места, ты и я. Или окажемся запертыми здесь навечно. Лично для меня все одинаково.
Остался один ключ. Повторяю. Остался один ключ. 2 головы лучше, но половина моего разума справляется с задачами лучше, чем он сразу. Разум можно поколебать, но вместе наши 1,5 головы смогут править этим миром. Рыжий забился бы в тихий уголок и вздремнул немного, как ты сам понимаешь. Но право выбора всегда достается кому-то не тому. Общее количество ключей достаточно для выхода.
Друзья, лучшее шампанское, нежные рукопожатия и дружеские похлопывания по плечу. Скорее всего, это произойдет лишь в голове старика Рыжего, сам понимаешь. Но от этого наш праздник выйдет лишь более феерическим. Путешествие почти окончено. Пожалуйста, не бросай меня здесь.